Да, я понял. Значит, всем смотреть за своими ребятишками. Ребятеночек хорошенький. Давайте почешу. Так, ну все, поняли, да? Тут аж пошли. Все готовы? Ну все, тогда начинаем. КВН. Так, давайте подлу. Как у меня бабушка вела, фу, телячьи нежности. Телячьи нежности. Данилка тоже так говорит, телячьи нежности. Да? Хорошенький мой, ути какой-то. Бодаться готов, что ли, со мной? Ну все, ладно, а то у нас простой уже пойдет. Так, выходим. Строй можем не соблюдать, в принципе. Все аккуратно, организованы толпой. Так, подождите. Подожди, куда полез? А что оно не может? А, ой. Тихо, тут еще снизу завязано. Все же против вас делаю, чтобы вы... Подождите. Не подержите. Сладко. А ты что, бодаться вообще? Ох ты, бодаться, а? Вот че, вот зачем это тебе это надо, а? А? Ты еще небось меня это бить готов взад. Никто не окатил тоже, пока был обеденный перерыв. Ой, ты какой хороший. Иди-ка сюда. Ну все, ладно, давай. Потихонечку открываем. Вообще, раньше вот в Израиле, якобы, подожди, якобы даже сейчас такое, что пастух-то не сзади идет, а спереди. Хорошенький, что-то у нее с ногами. Давай. Все. Ребятишки, выходим. Понюхала, видать, не пошла. Ну что стоять орать, приходи.